Я поставила эксперимент, насколько долго смогу ходить с ногтями длиной аж в 5 сантиметров. Пришлось снимать их строительными кусачками, потому что книпсер не справился, а фрезу жалко. Они такие короткие, что я могу сжать кулак. Пелёшка, это вам не хухры-мухры, надеваем защитный экран. Что-то на французском. Я вообще не хотела перенаращивать, но когда сделала снятие, поняла, что пора тут все обновить. Конечно, я буду делать длинные ногти, иначе мне придется подтираться, готовить, убираться. Нафиг мне это надо? Крякнула, плюнула и надежно склеила. Скотчем. Возможно, раньше я вам об этом не рассказывала, но я просто не могу жить без внимания окружающих, поэтому делаю самые длинные, самые блестящие и самые заметные ногти. Ну, посмотрите, какая красота! Еще не решила, нужен ли мастер-класс по созданию этих звездных ногтей, но если вам понравится, напишите в комментариях, и я его сделаю.